приехали. А это в ту комнату, давайте, в ту комнату. Витечка, Витя, давай туда, в ту комнату кресло. И Тучик, все, давай туда, проходи. Пора. Люда, иди помоги матери. Поставь тут около стола. Мишутка, поставь на окно. Вот ребенка убили. Ох, выжила, матрёшную, здоровую мать. Маленький ты. Ой, маленькая деточка моя. Аннушка, неудобно как-то. Гоняешь Никиту Захарыч как своего. Ведь все-таки не зять еще. Вам телеграмма из Юньи-Яги. Откуда? Из Юньи-Яги. Да это не нам. Вам. Я была у вас на старой квартире, меня прислали сюда. Масловой Оле телеграмма. Ой, это же от Димки. Димка едет. Распишитесь, пожалуйста. Распишитесь, пожалуйста. Конечно. Ради нас может быть все хорошо. Ну что ты, мама? Вот почему он едет? Ну, мамочка. Ну что ты? Дети, идите вниз. Распишитесь же кто-нибудь. Ну, что за новости? Чего ты выдумываешь? Отец матери нос-то не вороти. У меня вон вас сколько, а я одна. Мало вас вырасти. Еще и в жизнь вас направить должна. Выходит, ты меня замуж устраиваешь? Оля, не надо. Просто Анна Архипна зря волнуется. Дима наш друг, Олин и мой. Знаю я, какой он ваш друг. Мама, перестань, или я уйду. Тебе же счастья желаю. Жениха тебе толкового. Мало он я со своим в жизни мыкалась. Димка мог стать для меня больше, чем друг. Никита это знает. Это было давно. Детство. Все будет хорошо, правда, Никита? Конечно. А все-таки зачем он приезжает? Чует мое сердце недоброе. Всей ротой махнули в Юньи-Ягу. Куда-куда? Юньи-Яга. Вот, там мы долбали вечную мерзлоту, пробирались к углю. Вот и все, 5 лет. Как штык. Я снова с вами.
Скоро наш день. Да вы что, ребята? Вы что, забыли, что ли? Забыли. Ну ничего, это не важно. Важно то, что мы остались прежними, и мы выпьем за нас. Как же я забыла наш день. За нас. Да. Детство. Чечетку одолел. Ты помнишь, как я мучился? А теперь запросто. Ну ладно, ладно, хватит. Это что, все чему-то научился? Тебе сколько лет? Ну, 25. 25. Да. Отныне я беру за тебя. Я. Все. Давай, давай! Оля, а вот если ты меня немного подтянешь, то я на будущий год махну в институт. Ему все просто. Я Юнь-Ягу, пожалуйста. В институт, пожалуйста. На Марс, пожалуйста. Дима, я очень изменилась. Ну что ты, Оля? Ну что ты? Давайте выпьем. Подожди, выпьем. Подожди. Может, ты и к этому делу пристрастился? К этому? Нет, мы там пили чистый спирт и закусывали медвежатиной. Ох, Дима, Дима. Ну вот что, Дмитрий, отдохнешь 3 дня и пойдешь ко мне на стройку. Пожалуйста. Счастливый человек. А вообще-то я зверски рад тебя видеть. И я тоже. Поставить тебя. Ну вот, вот к ним скажи. Слушай, а ты давай ставь. А пошли, дело пошли, пошли, давай, пошли, а? Пошли, пошли. Ну как? Осторожней. Осторожней. Ну что, как дела? Нормально. На порядок. О, могильщик. Ты что? Чем еще умеешь, кроме лопаты? Многим. Трактором случайно не управляешь? Случайно управляю. Стой, стой! Иди, тебя начальство зовет. Что? Я говорю, тебя начальство зовет, говорит, срочное дело. Ну,
А ну, слазь к чертовой матери! Да ты что? Никита! Да ты что? Я же пошутил! Никита! Шутник, здесь не сцена, здесь строительство, здесь мой участок, наконец! Мне шуты гороховые не нужны! Вот ерунда какая! За это судить надо! Ну, брось, брось, я же на тракторе муху объеду! Ну ты что, ну, испугался, что ли, Никита? Ведь как пишут-то? Не уверен, не обгоняй, а если уверен? Да ты что? Ну, будь здоров, стоит пока. Никита! Ты зачем пришел? Шутки шутить? Нет. Ну вот что. Еще раз подобное повторится, все. Выгоню со стройки, понял? Вполне. Вот так. Где хочешь работать? На тракторе. Мне танцующие трактористы не нужны. Малярить умеешь? Глупый вопрос. Слесарить? Ну что, не видно, что я умею? Ты что, разыгрываешь меня, что ли? Ну сколько тебе говорить? Я строитель. Все могу. Все. Исключительно все. Ну нет. Самолеты водить не умею. Ты знаешь почему? Не летчик, строитель. Ну хорошо. Пойдешь на участок, спросишь Маслова Дмитрия Петровича. Знаешь такого? Ну, ты бы сказал Олиного отца. Дома так можно говорить. А, ну извини. Пожалуйста. Скажи ему, что я послал. Пусть поставит тебя сварщиком. Тоже знакомая специальность. Само собой. Ты. Ну, а как же иначе, если я танкист, так я танк и водить могу. И заряжать. И стрелять, а как же иначе-то? Мне бы Маслова Дмитрия Петровича. А мне, чтобы на рыбалке клевало и больше ничего не надо. Умница ты, Ваня. Слышь, алло, а ты откуда меня знаешь? А я все знаю. Маслов где-то там. Вон. Маслов! Иди сюда! К тебе пришли! Вон, гляди, идет. Погоди. Который из них Маслов? Второй слева. Верно. Слышь, алло, подожди. Алёш, иди работай, а потом я тебе фокус покажу. А сейчас не мешай. Ладно? Ладно. Здорово, Дима. Я уже говорил, не может строитель без стройки, точно? Здрасте. Я слышал, что ты приехал. Очень хотел видеть тебя, а ты все не заходишь. Я зайду еще. Ну, конечно, конечно. Да. Очень рад тебя видеть. Давно мы с тобой не беседовали. Работать будем вместе, Дмитрий Петрович. Никита меня сюда направил. Да? Да. Хороший парень Никита. Никита молодец. Живет на всю дыхалку. Молодец. Да. А с Ольгой-то вы беседовали? А что? Ну, ладно, об этом мы после. Ну, пойдем, я тебя устрою.
Как же я забыла наш день. Кита, это ведь ты придумал, что мы должны встречаться в старом парке через каждые 5 лет. А ты, Димка, сказал, что мы до тех пор мы, пока нам не совестно взглянуть друг другу в глаза. И этот день встречи будет для нас днем ответа друг перед другом, какими мы стали, не изменили ли себе, самим себе. А я тогда засмеялась, и как страшно. Но вы были серьезны и вовсе не шутили. Нормальный. Я один. У Никиты совещание. Подожди меня. Угу. Конечно. Слушай, пойдем в парк. Пойдем. Вот это легенда, Оля. Однажды на земле высохли реки. Все реки высохли. И люди растерялись. А один говорит, давайте строить лодку. И построили люди лодку. И поняли вдруг, что лодке-то нужна вода. А где же вода? А тот человек говорит, давайте рыть канал. Стали люди рыть канал. Рыли, рыли. И вышли к морю. Вот так, Оля, к людям пришла вода. Вот так люди победили пустыню и снова стали счастливы. Сто лет не была в парке. С тех пор, как я уехал? Да. А где ты бываешь? У Никитиных знакомых. Посидим, потанцуем, в библиотеке часто пропадаем. Никита свои умные книги читает. Оль, мне плохо без тебя. А вот и я. Вот теперь все нормально. Я писал тебе, помнишь? Да, но ты спрашивал только Никите, я и писала тебе о Никите. Но надо было между строк читать. Я не умею читать между строк. Почему ты не приехала? А почему ты из армии не вернулся? Я не мог. Я тебя тоже не ждала. Не мог, Оля. Ты понимаешь, я устроен так. Я к людям прирастаю, понимаешь? Они все поехали, и я тоже. Товарищество, Оля, это такая цепь. Одно звено выпало, якорь ко дну.
Оля, мне без тебя плохо. Очень. Не придумывай, Дима. Снегопад? В тот день ты уезжал. Димка, Димка. Встретимся в третий четверг февраля. Прошел первый, второй, четвертый. И скоро пятый. Куда ты спешил тогда? Если было так просто пробежать снегопад, а там счастье. А у тебя его нет. Я хочу, чтобы мы были счастливы все. И я, и ты, и Никита. Как прежде. А я разве против? Не притворяйся, Дима. Что случилось? Капот трактору. Чей трактор? Где тракторист? Да вон в кепке. Ну что стоишь? Жить хочу, потому и стою. А ты жить хочешь? Да. Пропала машина, ее чуть тронь, она и загремит вниз. Братва сползает. Давай за краном, живо. Тащи трос. Мы же его руками удержим, пока техника подойдет. Если бы кран или лебедку. Нет крана, нет лебедки, нечего болтать. Давайте действовать! Все, хана! Вредные, Ваня, у тебя мысли. Вредные мысли, Ваня. Измей! Назад! Все. Уволю этого тракториста. Да брось ты, не заводи канитель. Зачем тебе это надо? Ты мог из-за него шею сломать. А, ерунда. Я понимал одно. Надо спасать трактор. Внизу труд людей. И все это могло полететь из-за одного растяпы. Ну, правильно, все верно. Ну, было, прошло. Да. Все. Слушай. М? Что с Олей? Ничего, все нормально. А что? Ты понимаешь, она не узнает меня. То есть нет, она узнает, она не хочет узнавать. Мы вчера в парке были. Вы были в парке? Да. У меня такое ощущение, что мы с ней остались по разные стороны снегопада. Это как же понять? Ну как, очень просто. Я, она, между нами снегопад. Почему? Ну вот что, Дмитрий. Никита! Куда едем? В горсовет. Ясно.
Здравствуй. 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 Ты вчера где была? В парке. Димка наш, конечно, неповторимый тип. Что он болтает о каком-то снегопаде? Ну, это же Димка. Вы о чем говорили? Ты глупо себя ведешь. Я хочу, чтобы он узнал правду. Вот и поговори с ним. Я? При чем здесь я? Я не хочу вмешиваться в чужие дела. В чужие? Хорошо. Буду говорить я. Ты пойми меня, Олюшка. Димка наш друг. Это все осложняет. Нужна ясность. Вот ты, вот я, вот он. Все на своих местах. Я все понимаю. Ты не сердишься на меня? Нет. Дима. Погоди, погоди. Оля, смотри. У каждого свой снегопад. Знать свое дело, но если родине грозит беда, мы все одно в атаку, друг! Хороший у вас муж. Веселый. Вышел из возраста. Ну, давай еще поиграем. Спасибо, друг. Ты меня очень выручил. Очень выручил. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
Ты, Дима, загляни ко мне. Я хорошие доски достал. Присоветую, чего бы из них смастерить. Я зайду непременно, только сейчас мне Коле надо. Что я тебе хотел сказать? Ты волю свою береги. Я вот хотел когда-то посмотреть всю Россию, а присушила меня к себе Аннушка, заслонила мир, дети пошли. Куда мне теперь? А ты вольный. Я побежал, да? Ты вот что, Дима, ты всегда знай, что я очень за тебя. Очень. Порядок. Побежал. Ой, Люсенька, я просто с ума схожу. Я ведь его любила. Потом он уехал. И я стала видеть только Никиту. Теперь мы с Никитой поженимся. Я не знаю, что будет. Дима! Дима! Пойдем, Дима. Я покажу тебе доски. Да, доски. Доски надо посмотреть, доски. Дима, вот они. Досточки, о, у соседа выторговал. На что бы их, а? Как ты думаешь, что бы такое смастерить? Может, стол или сервант? Шкаф тоже можно, а? Лодку. Лодку? Зачем лодку, зима на дворе, да и реки близко нет. А что, сотворим лодку? Мачту поставим. Парус. А что зима? Зима пройдет. И реку найдем. Раз есть она в природе, найдем. Ты прав. Из таких досок только лодку мастерить. Дима, я должна с тобой поговорить. Давай. Не могу только. Ну, молчи тогда. На кого упадет, тому повезет. Никита. Иди сюда. Да что ж за спектакль, хоть бы название знать. Все понятно. У Оли не хватает мужества, и я, мы должны сообщить тебе. Погоди, кого ты играешь? Скажи, кого ты играешь? Это очень серьезный разговор. А, понятно. Спектакль называется «Третий лишний». Ты помнишь, Никита? Два билета в кино у нас. Два. Ну, третий почему-то я не мог никогда достать. Один, безусловно, принадлежит Оле. Кому второй? Орел или решка? Перестань шутить. Ну, какие шутки, старик? Тут не до шутки, тут кровью пахнет, орел мой. Орел, мне и тогда везло, орел. Дима, Дима, что ты придумал? Дима! Ну, теперь ты давай. Промажешь? Пеняй на себя. Мальчики, перестаньте. Стреляй! Перестань. Ну! Стреляй!
Стрелять надо вот так. Да, в общем-то, наповал. Ну вот и все, старик. Конфликт исчерпан. Вот и все. Но ты не думаешь, что я злюсь на тебя на том свете. Ты в честном бою выиграл свой счастливый билет, вот на. Держи. Вот. Ну, конечно, я был бы счастлив пойти с тобой в кино, ну что делать? Не судьба. Ну что, так тоже бывает, правда? Дима, не надо, не говори так. А как я должен говорить? Дмитрий. Все, надо идти, ребят, надо идти. Все, надо выяснить, куда меня там поместят, в ад или в рай. Привет. Никита, останови его, слышишь? Он уедет, я знаю. Может быть, так будет лучше для всех? Дима, я тебе все приготовила. У меня сегодня сложный день, тяжелая больная. Дима! У тебя что, неприятности? Нет, у меня порядок. Я молод, здоров, счастлив. Ты меня не обманешь. Что-нибудь случилось? Сестренка, выше голову. Мы знаменосцы. Нам ли унывать? Ох, скрытный ты стал. Не нравятся мне твои шутки. А я не шучу. Ну, пока. Пока. Я никогда не шучу. Пожалуйста. Вася Теркин. Подвиг, а ты мамагем. Не успел приехать, уже в газете. Смотришь, в управление перевели. Во как надо. Покажи зубы. Покажи зубы. Покажи, ну. На, съел. Хорошие зубы, ты их береги. Понял? Да ладно, не прижимайся, не люблю я этого. Ребята. Плит привезли. Давай, приступай. Пошли, плит привезли. Пошли, плит привезли. О, Дима. Я хотел у тебя спросить, что ты вчера надумал? Ольга весь вечер плачет, Димка, говорит, уезжает. Надо ли это тебе, Дима, как думаешь? А? Не надо. Наверное, не надо. Бежать глупо, это я понимаю. Потом куда бежать, от себя, что ли? Ну ладно, пошли. От того, что ты уедешь, им легче не будет. Ребята, быстрее, добивайте, ребята!
Осторожней, брат! Держись, друг! Там же человек остался! Осторожней, крыша! Кто сгорел, братцы? Кто? Погиб. Ну, кто сгорел, а? Да отцепись, Иван сгорел. Какой Иван? Один был у нас Иван. Беззубый? Да вот же он! Боже, смотри, ребят! Что такое? Так я ж тебя на крючок закрыл, как все ушли. Потом пожар. Как ты вылез? Как-как? Вот так. Ванька! Погоди, братцы! Погоди, погоди, ребята! Погоди! Я же... Погоди, ребят! Кабы я сгорел, то хвалить бы стали. Памятник поставили. А может, даже и медаль дали. А живой остался, значит, ругать надо, да? Действительно, что-то не так? Иван, начиная новую жизнь, а Тюхина мы утопим. Тюхин! А если бы крючок изнутри не открылся? Ну, что скажешь, Тюхин? Во-первых, я Сергеев. Тюхиным меня Иван прозвал. Во-вторых, тебе отвечать не буду. Подавай в суд. Дать зубы. А? А, не надо. Ну, ладно. Подожду я здесь, да, а? Да, ну, что я пойду? Да, да, заходи, не бойся, женщин дома нет. Они с утра собрались по магазинам, пошастая до позднего вечера. А мы перекусим чего-нибудь, потом примемся за дело. Ты поешь со мной? Ну, нет, не хочу. Ну, ничего, раздевайся, раздевайся. Иди в ту комнату, а я перехвачу чего-нибудь и сейчас иду. Иди, иди, иди. Ух, как вас много. Здрасте. Добрый день. Здрасте, дети. Ребенок маленький, да что ж ты такой грустный-то? А? Обидел кто? Ну, перестань. Вот, держи твою куклу и перестань грустить, не надо. А ты кто такой? А ты отгадай. Фокусник. Правильно, фокусник. Вот, посмотри. Похож я на фокусника? Я очень похож на фокусника. А вы хотите фокус? Очень хотите фокус? Смотрите, вот видите этот палец? Вы его больше никогда не увидите. Нет. Опа. А вот он, палец. Правильно, увидел, увидел. Здравствуй. Здравствуй, Оля. Выходили замуж и тоже боялись. Нет, нет, нет. Олюшка. Олюшка. Ну вот, бытовка сгорела. Где теперь нам погреться? Не идишь на соседний участок. Братцы, а у меня все промокло. Даже галстук промок. Привет. Здорово. Товарищ начальник, вот у других там вагончики всякие, да? Эти будки, вот.
А мы сидим, как эти, как лягушки на болоте. Нет вагончиков, вон там доски лежат. А что доски? Доски уж которую неделю лежат. А тут плотники ходят, двое. Как придут, так сразу похмелятся. Вот дождь поливает, а вдруг опять ударит холода? Ничего, сами сделаем. Иди, бери доску. Иди, тетя, возьми досточку. Ну все, братцы, Тюхин на производство. Что мне делать? У них спроси. А ты так и стой с ней, пока здоровья хватит. Ну пошли, ребят, пошли. Ну что сидите? Давай, давай. Что, я один буду строить, что ли? Вот сейчас как ну, пошли, стой, ребята. Пошли, давай, давай. Ну и стой с ней. А ты останься. Поговорить надо. А мы поговорим потом, после Аврала. Дима, подай доску. Ну и стружка пошла! Ребят, помоги! Хорошо! Да вы что? Вы же все здоровье можете повредить! Не бригада, а группа хулиганов, веселых этих, находчивых. Давай доску. Давай, молоток. Сейчас я вам покажу, как надо работать. Вот, смотри. Вася, ты не показывай, ты лучше работай. Так дождь-то какой, гвоздя не видно. Веселей, братва! Натыкали тут гвозди! Да погоди ты! Я раненый! Хватит. Так больше не может продолжаться. Ты должен уехать. Я хочу, чтобы Оля была спокойна, чтобы кончилась эта канитель. Канитель? Ты постоянно избегаешь разговора, не понимая, зачем тебе это нужно. Ну, видимо, сам хочу все понять до нашего дня. Какой день? Какая встреча в парке? Все это детство. О чем ты говоришь? Ведь не в этом же дело совсем. Пойми, у нас с тобой произошла старая как мир история, и ты прав. Третий лишний, другого выхода нет. Ну так что ж ты прешь напролом? Слушай, прекрати. Мне это надоело. Нет. Я не уеду. Ну хорошо. Меня ведь не то беспокоит, за кого моя дочь замуж выйдет. А вот какое счастье ей нужнее, твое или Никитина? Какое оно мое счастье? Ну, ты людям не чужой.
к общему делу привязчив. Как бы сказать, умеешь дарить себя людям. Вот только что отсюда Никита вышел. Да, я видел. Однажды я в тундре заблудился. 3 дня и 3 ночи плутал. А теперь смешно, а тогда мороз, снег, жутко было. Так вот я чуть живой тогда полз к людям и уж навсегда понял, как без них плохо. Вот. Дверью хлопнуть — это же не выход. Не выход. Да. Ну, ух ты! Здрасте! Ну, братцы, домин отгрохали, а, и не капает! Дворец! Братцы, а в Африке сейчас жара! Солнце греет, как в печке! А что, ребята, соорудим ему солнце, а? Раздевайся, Ваня, загорать будешь. А что, давай, Ваня, я с удовольствием! Ты кто, Вань? Как кто? Человек мокрый только. Какой человек? Ну, рабочий. Вот, в этом суть, ты рабочий человек, Ваня. Иди посмотри в окошко. Ну, сейчас разыгрывать будет. Да нет, посмотри, посмотри в окошко. Ну, гляжу. Видишь? Вижу. А что ты видишь? Тюхин идет. Нет, Ваня, ты завод видишь? Завод вижу. Ну и как он тебе кажется, большой? Наш завод? Да. Да громадина, гигант. А кто его строит, Ваня? Я. Мы. Мы с тобой? Да. И ничего получается? Во! Так неужели же мы с тобой, Ваня, не можем соорудить солнце? Ну, если надо будет, Ваня. Если надо будет, это другой разговор. Я согласен. Дима. Что ты здесь? Тебя жду. Случилось что-нибудь? Нет. Завтра свадьба. Да, я знаю. Скоро наш день, но его не будет. Мы стали другими. Ты на меня сердишься, я знаю. Нет, я не сержусь. Ты не придешь в парк. Не придешь? Не надо трагедии, Оля. Я хочу в парк. Ты лучше пойди домой, отдохни. Ты завтра должна выглядеть хорошо. Пойди домой. Мне очень нужно туда, Димка. Ну зачем же мучить себя так, Оля? Дима, я никогда в жизни ни о чем тебя не просила, только пойдем сейчас в парк. Я пойду, конечно. Только это уже никому не нужно. Дима, ты вспоминал этих зверей? Да. Они забавные, правда? Забавные. Ты будешь их помнить?
Я их помню. А завтра? И завтра, и послезавтра, и 1000 лет спустя. Ты это хотела узнать? Да, Дима, да. Я знал, что ты ждешь. Я жил этой верой. Это неправда. Это правда. Это неправда. Правда. Не хочу. Дима, что ты наделал? Почему ты не приехал тогда, 3 года назад? Я звал тебя. Каждый день, каждый час, минуты не было, чтобы я не звал. Неправда, я не слышала. Неправда. 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 Ну что ты, ну хорошо, пусть будет неправда. Дима, не уходи. Свадьбы не будет. Где ты была? О, какая разница? Папка, свадьбы не будет. Ну и хорошо, ложись спать. Извелась-то устала. Где ты была? Пап, скажи ей, чтобы она не кричала. У меня так голова болит. Иди, иди. Аннушка. Ты только ничего не придумывай. А? Выстроились. Вы чего тут? А ну, сейчас же в кровать. Что же это за наказание? Сейчас же все по постелям, и чтоб духу вашего не было. Кому сказала? Сейчас же все в кровать. Ой, мамочка ж ты моя. Весь в отцо. Сейчас же в постель. Кому сказала? Папка. Ты ведь любишь Димку? А как же? Я тоже. Россию бы повидать, говорю ему. Всю. С малых лет была у меня такая страсть. А теперь, говорю, поздно. Семья, годы. А он мне лодку присоветовал сработать. Я сразу не понял. Зачем, спрашиваю? Зима, реки нет. А он стоит на своем, лодку и только. И начал я мастерить. Работаю, а у самого душа. Сахаром тает. Мечта моя появилась от лодки-то прежняя. А ему этого надо было, Димке-то. А вот мама Димку не любит. Ну, ты за мать не говори, она же тебе печалится. Я ведь тоже вроде Димки был. Ты думаешь, ей сладко пришлось со мной? Димка тебе богатство не даст, а забот прибавит. Никита тоже хороший. Но он другого лада человек. Я разговаривала с Никитой. Молчала. А перед глазами все Димка стоял. Ну, чего же ты плачешь, глупенькая?
Он меня не простит, что я его забыть хотела. И чего это не простит? Сам шастал где-то. А ты жди. Мамочка, ну ты же ничего не понимаешь. Ну. Понимаю. Я-то знаю, чего от любви бывает. Ну, чего же вы плачете, глупые? Ух вы, не плачьте. Я-то знаю. Никит Захарович. Никит Захарович. Ну вот, перекрытие заканчиваем к сроку. Дим, ну чего ты сегодня все молчишь? День такой, Вань. День такой. Со старыми друзьями должен встретиться. Боюсь, не придут. Трудно это, брат Ваня, перешагнуть через собственную обиду. А перешагнул там иная мера к жизни. Потому что человек скинул шелуху, и осталось одно ядро. Там не повторяются старые истории.